Иисусу слава, Иисусу слава. Луна ей пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава, Иисусу слава. Співає вільна Україна. Слава Богу, слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому, братья, сестры. Всех приветствую, благословляю именем Господним из города Киева. Здесь, на берегах Днепра, лунная песня. Льется эта песня, хвала. Фимям, молитв поднимается сегодня с этой земли, как, знаете, как благоухание. Как фимиам, как вот этот ладан, допустим, в кадильнице мы зажигаем на литургии, ну, на служениях. А здесь духовно этот ладан воскуряется. Фимиам этот духовный воскуряется к небесам. Слава Богу! Это очень радостно и очень приятно. Действительно, время огромного духовного пробуждения, когда миллионы душ обращаются к Господу, Иисусу Христу, и призывают Его Святое Имя. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Братья и сестрички, братья и сестры, дорогие друзья, да, сегодня пятница, и сегодня 9 февраля, и 2018 год на дворе, и в таком приготовлении сейчас я к шаббату. Сегодня суббота начинается вечером, и будет прямой эфир, буду делать прямое включение, так что подключайтесь. Стараюсь, ну, по возможности каждого такой эра в шаббат сделать такие прямые эфиры или подключения такие, то на фейсбуке, то, ну, в основном у себя на странице. Поэтому добро пожаловать на YouTube, на мой канал, где как раз, в общем-то, и, ну, делаю трансляции чаще всего я. Вот, и этот шаббат, знаете, он последний в этом месяце, Шват, месяц Шват. Сегодня 24 уже число месяца Шват, 5778 года, если считать от сотворения мира, от сотворения Вселенной. Поэтому, ну, а в гражданском летоисчислении, я уже говорил, да, сегодня 2018 год. Вот, и пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. Сегодня вот такой подарок Бог сделал, в такой эрев шаббат снег выпал, и такой снежный шаббат получается. Очень приятно. Много общин, Киевская еврейская мессианская община, другие мессианские общины, собрания проводят субботние служения. Христианские некоторые церкви проводят христианские служения здесь, в Киеве, по субботам, в связи с арендой или теологически, так понимаю, уже субботу. Вот как адвентисты, допустим, седьмого дня, наши братья. Вот, и у нас арендное время нашей Киевской архиепископии на станции Метрокловская воскресенье с 9 утра до 12 часов. Каждое воскресенье там проводит служение отец Алексей Прошак. В это воскресенье, кстати, он будет. Он должен быть, да. И я буду проповедовать, делиться Словом Божьим, буду продолжать тему, начатую в прошлое воскресенье, но здесь как раз в Киеве, вот, нашей Киевской архиепископии. И, конечно, одно из главных событий этого воскресенья, предстоящего воскресного богослужения, будет рукоположение диакона Максима в иерее, в освященнике. Вот так вот. Кстати, сегодня я буду, наверное, ну, скорее всего, буду эфир проводить один прямой, а вот уже завтра, в субботу вечером, вместе со мной будет диакон Максим. Так что можете ему вопросы задавать также. Вот так вот. Слава Богу. Благословляю всех вас из парка Киото, левый берег Киева. Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисусу слава, Иисусу слава, луна ей песня над схилами Днепра.
Иисусу слава, Иисусу слава, спевая Вильна, Украина. Аллилуйя! Ну, посмотрите на эти красоты, хочу заснять видео, дальше продолжить пейзажем таким. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ. Снег, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру в світле майбуття, через свого сина всемогутній батько нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України, підіймайте руки, прославляйте сина, він єдиний Бог, він своєю кров'ю розірвав кайдани, він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу Святому! Амінь! Благословляю всіх вас, браті, сестри! Благословляю Київ! Благословляю Україну! Благословляю всю нашу страдавшуюся планету! Потому что вся тварь стенает и мучается, все творение, и растительный мир, и животный, наипаче, безусловно, человеческий мир стенает и мучается, ожидает откровения сынов Божьих. А величайшее откровение в том, что Бог любит нас. И возлюбив нас, этот мир отдал за нас свою жизнь, свою кровушку, единородного Сына своего Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это великое Евангелие Царства Божьего. Царство государства, которого нет ни на одной карте мира, которое не от века сего, но которое крепче всех любых царств и государств, которое пребывает вовек. И царство его, Иисуса Христа, нет конца. Слава ему за все. Дана ему вся власть, ведь на небе и на земле. Иисусу слава, Иисусу слава. Співає вільна Україна, співає весь світ, співає вся земля, небо і земля. Небо і земля, небо і земля, нині торжествують. Алілуя! Благословляю всіх вас во имя Господне. Мир всім!